преддверии праздников хочется накупить подарков и обновок, но при этом потратить на поиски необходимого как можно меньше времени и сил. К счастью, один из торговых домов, находящихся в самом центре города, предлагает сочинцам огромный ассортимент товаров и большие новогодние скидки. Пройдемся по его первому этажу. Прежде всего, нужно отметить широкий выбор одежды на любой вкус. Модницам придутся по душе изделия из натуральной кожи и натурального меха. Шубки, дубленки, куртки, воротники из меха лисы и песца, оригинальные аксессуары. Массу обновок найдут для себя девушки, предпочитающие джинсовую одежду со множеством украшений и изящные повседневные вещи. Молодежная мода представлена также вечерними нарядами со скидкой от 20%. Прелестниц порадует большой выбор жакетов и джемперов, юбок и брюк. Есть молодежная одежда больших размеров. Для дам постарше – отдел польской моды, в котором представлены блузки от 44 до 58 размеров и множество зимних курток. Широк ассортимент пальто в стиле классик и гламур, шубок из искусственного меха, меховых жилетов, курток различных цветов. Дамы с хорошим вкусом обязательно оценят стильные аксессуары. Выбор женской одежды на первом этаже торгового дома действительно очень велик, так что в поисках необходимого лучше заглянуть во все находящиеся здесь отделы, дабы не пропустить обновку, привезенную из заморской страны специально для вас. Дамы старшего возраста, в свою очередь, тоже не останутся равнодушны к представленному здесь разнообразию юбок, платьев и брюк, тем более, что наступление Нового года – прекрасный повод обновить гардероб. В каждом отделе трудятся опытные и внимательные продавцы, которые с полным знанием дела подберут для вас повседневную, праздничную и верхнюю одежду отличного качества. Также широк и ассортимент обновок для мужчин. Представлена одежда производства Турции любых размеров. Джинсы, рубашки, костюмы, джемперы. Пальто кашемировые и кожаные на меху, куртки со съемным мехом, жилеты с капюшоном и без, косухи, ветровки, толстовки, вельветовые брюки и модные пиджаки. Полная распродажа товара объявлена в детском отделе. Здесь вы найдете зимние куртки, шапки, джемперы, домашнюю одежду для мальчиков и девочек, обувь, игрушки. Отдел нижнего белья порадует разнообразием продукции таких фабрик, как «Пеликан», «Миловица», «Диманш», «Роза Сильватика», «Акусма». Представлены любые размеры, а также домашняя женская одежда. Множество необходимых товаров в отделе текстиля. Пледы, покрывало, одеяло, постельное белье, антистрессовые игрушки-подушки для взрослых и детей ивановского производства, кухонные полотенца, скатерти, очаровательные фартуки, носовые платки, подарочные наборы. В отделе Георгий Кот натуральные и искусственные волосы, парики, шиньоны, профессиональная косметика по уходу за волосами. Например, продукция с биологически активным органическим кератином или на основе органового масла. Кожгалантерея, бижутерия. Передовые технологии в области оздоровления, омоложения и продления активного образа жизни представлены широким ассортиментом продукции, восстанавливающей организм на клеточном уровне. Для прекрасной половины покупателей также косметическая линия и омолаживающие мезококтейли. Декоративные статуэтки всегда были и остаются оригинальным подарком. Прекрасно смотрятся и придают интерьеру особый шарм группы в едином стиле. Например, коллекция изящных девушек. Трогательный сувенир порадует всех, кто настроен на романтичный лад. Самые лучшие подарки – это подарки для здоровья. В отделе «Мир экологии» вы найдете целебные светильники из гималайской соли, ионизаторы очистителей воздуха, солнцезащитные очки «Полароид», фильтры для воды, массажеры.
На первом этаже торгового дома представлен ряд компактных, многофункциональных массажеров, которые удобно использовать дома, брать в поездку и очень приятно получать в подарок. Здесь можно заказать интеллектуальные массажные кресла. В отделе светотехники – кабельно-проводниковая продукция, щитовое оборудование, кип и автоматика, установочные изделия, лампы энергосберегающие и светодиодные, светильники, гирлянды. Вас приглашает первый этаж торгового дома «Ярославна». Широкий ассортимент товаров и новогодние скидки. Улица Рос, 95. Торговый дом работает до 19 часов. Наш город посетил канадский бодибилдер и профессиональный едок Питер Червинский, обладатель нескольких рекордов книги Гиннесса по скоростному поеданию пищи. Например, зафиксировано, что пиццу он съел за 41 секунду, а сырую луковицу за 43. Правда, в Сочи знаменитый гость не устанавливал рекорды, а дегустировал блюда в лучших заведениях общественного питания. Ведь он работает ведущим программы «Приключенческая жизнь» немецкой вещательной корпорации ProSieben, с которой и путешествует по всему миру и пробует кухню разных стран. Шеф-повар ресторана Санремо приготовил для Питера семгу, фаршированную рикоттой и лаймом, пармантье и шпината и облепиховый чай. Гость остался доволен и, быстро расправившись с блюдом, отправился на следующие съемки. Мы же спросили шеф-повара о том, какие новшества в меню ожидают гостей ресторана в ближайшие праздники. Мы подготовили рождественское меню. Русский сет будет действовать на протяжении всех новогодних праздников. И мы будем рады вам предложить такие блюда, как мини-кальмары-гриль с артишоками, холодец из телятины, утка в персиках, заливное из осетрины. Это любимый всеми оливье с мясом дикой перепелки и с говяжьим языком. Это буженина, ростбиф, рулет из индейки. А с утра мы предлагаем восстановить силы ухой из осетрины и шурпой из баранины. Особое внимание прошу обратить на такой салат, как винегрет с черными грузьями, соленой семгой. Для гостей готовится также яркая шоу-программа. А 21 декабря здесь состоится финал конкурса «Мисс Санремо», участие в котором примут 12 очаровательных девушек. Бар-ресторан-клуб «Санремо» – полноценный отдых для людей с хорошим вкусом. Свежие морепродукты, пресноводная рыба, живые концерты. Улица Черноморская, 5, Центральная набережная. Телефон 227-08-88. Во многих странах мира пользуются популярностью мясные деликатесы из Испании. Национальным символом этой страны по праву считается хамон – сыровяленый свиной окорок, который солят, сушат и вялят по особой технологии, соблюдаемой уже 2000 лет. А едят хамон традиционно теплым, руками и без хлеба. Созданные по старинным рецептам испанские лакомства украсят любой праздничный стол. Истинные гурманы будут рады отведать испанские сыры – твердые, мягкие, копченые на натуральном дыме, сыры из овечьего и козьего молока, выдержанные в оливковом масле. Для ценителей испанской гастрономической культуры – оливки и маслины разного посола, а также большой выбор оливкового масла первого холодного отжима. В магазине испанских деликатесов, соблюдающие пост, найдут пасту ручной работы без яиц из твердых сортов пшеницы, пасту из гречневой и ячневой муки или с добавлением чернил каракатицы. Для любителей средиземноморской кухни – разнообразие соусов песто с кедровыми орешками, базиликом, розмарином и знаменитый соус табаско с красным и зеленым перцем, томаты в собственном соку, испанские колбасы, фуа-гра, тунец, каперсы, артишоки, анчоусы любой разновидности, натуральные уксусы и специи. Также необработанная крупа, гречневая, ячневая, рис, кускус, а еще сладости, горячий шоколад и новая линейка чая премиум-класса. Из всех перечисленных продуктов можно составить подарочный набор по собственному вкусу и заказать доставку на дом. Отличным новогодним подарком для взрослых и детей станет швейцарский шоколад, ассортимент которого расширен по просьбе покупателей. Кстати, все продукты в магазине можно попробовать перед тем, как приобрести. И между делом выпить чашечку швейцарского кофе.
испанские лакомства и деликатесы разной ценовой категории на любого покупателя в магазине Монкаса, улица Рос, 39. Доставку на дом можно заказать по телефону 233-75-57. Свой день рождения отметила одно из любимых сочинцами кафе. Заведению исполнился всего один год. Несмотря на такой юный возраст, кафе уже успело приобрести массу друзей и поклонников. И это неудивительно. Расположение в самом центре города. Кавказская кухня, включающая блюда на мангале, живая музыка и доступные цены. Это именно те критерии, на которые обращают внимание большинство потребителей при выборе места для проведения семейного торжества или корпоративного мероприятия. Друзья заведения пришли поздравить его с днем рождения, пожелать дальнейшего процветания, а заодно весело провести время, участвуя в конкурсах и розыгрышах. Мы, в свою очередь, решили задать посетителям вопрос, каким, по их мнению, должно быть идеальное кафе. Оно должно находиться в очень удобном месте. Оно должно быть с демократичными ценами, с хорошей кухней и уютное. Чтобы оно было очень уютным, тихим, спокойным, с прекрасной кухней, чтобы можно было посидеть, покушать вкусно, выпить, закусить. Если это семья, то обязательно, чтобы была детская комната для детишек, чтобы они поигрались. А что касаемо кухни, то я люблю мясо. Вкусно, много, недорого. В завершении вечера гости заведения отведали вкусный торт и насладились выступлением восточной красавицы. Кафе «Сказочный мир» приглашает вас провести детский праздник, день рождения, свадьбу, банкет, корпоративное мероприятие. Курортный проспект 5, напротив главпочтамта. Телефон для справок 234-06-16. Косметологи всего мира неустанно трудятся для того, чтобы предоставить нам возможность не просто остановить время, а повернуть его вспять. Новую методику нехирургического омоложения лица, а именно подтяжку нитями Аптос, представляет косметолог-дерматовенеролог Денис Рябов. Его руки и врачебный талант могут продлить молодость. Денис Рябов прошел обучение и сертификацию у создателей нитей, что является гарантией превосходного эстетического результата. Я как специалист имею все необходимые документы, все дипломы для проведения данной методики. В чем же преимущество Аптос перед другими процедурами? Преимущество Аптос, они полностью рассасываются. То есть ничего в коже уже не гуляет, и вы не боитесь, что что-то выпадет. На сегодняшний день метод нитевой подтяжки является одним из самых высокоэффективных способов омоложения. Основной упор при птозе лица идет на нижнюю 2/3. То есть нам нужно подтянуть щеку и подтянуть подбородок. Этого можно достичь за одну процедуру. Нити ставятся через прокол, то есть берется игла, делается прокол, игла вынимается, больше проколов не делается. Дальше все вводится канюля, она не острая, она ткани не разрезает. Она просто разволокняет и мягко ставит нить туда, где положено. Вот пошла первая ниточка, вторая, третья. Все эти три нитки будут держать нашу щеку при поднятом положении. Эта технология стала золотым стандартом нитевых подтяжек кожи во всем мире. Только нити Аптос могут дать сразу моментальный эффект за счет того, что на нити находятся V-образные насечки. Как только нить попадает в ткань, насечки входят в кожу и ткань фиксируется. Уникальность нитевых технологий заключается в том, что они подходят людям с разными потребностями в коррекции. Дно подбородка можно поднять путем прокола за ухом, его не видно. Также игла убирается и канюли ставятся три нитки под подбородком, которые полностью поднимают. Нити красоты – выбор тех пациентов, которые не готовы прибегнуть к радикальным хирургическим вмешательствам. Можно восстановить область переносицы, убрать носогубки, сделать губы, убрать все
заломы с помощью этих маленьких нитяк. Использование нитевых технологий, в отличие от операционных методов омоложения, позволяет избежать эффекта маски и изменения естественной мимики лица. Большая проблема для женщин – это нависание неподвижного верхнего века с возрастом. Но с этой проблемой, опять же, легко справляется введение нити Aptos Nano. Вставляются они прямо-таки в верхнее веко и в нижнее. В результате введения нити полностью уходят морщинки из-под глаз и подтягивается верхнее веко. Нити создают каркас, благодаря которому не происходит опущение тканей. Результат будет радовать вас долгое время. Мы решим те проблемы, которые вас наиболее всего волнуют. Студия красоты «Бастиан». Новейшие технологии помогут сохранить ваше здоровье и красоту. Остановка «Светлана», отель «Валентин». Справки и запись по телефону 262-45-83. Волшебный предновогодний миг, затаив дыхание, ждут как дети, так и взрослые. Ведь это время чудес и исполнения всех желаний. В каждом доме во всем мире зажигаются гирлянды и украшения на елках. Появляются Дед Мороз и его верные олени. Магазин «Мир игрушки» позаботился о праздничном настроении и новогодних атрибутах для каждой сочинской семьи. Здесь мамы и папы найдут не только пушистые елки, украшения, музыкальные статуэтки, в каждой из которых скрыт сказочный сюжет, но и новогодние костюмы и маски для своих маленьких героев. Самое дорогое, что есть в жизни, это дети. И на Новый год нам особенно хочется подарить им чудо, увидеть их улыбки и горящие от счастья глаза. Специально для маленьких жителей города Дед Мороз подготовил множество подарков. Это сотни мягких игрушек и лицензированных ультрамодных кукол, радиоуправляемые машины, конструкторы и трансформеры. Тысячи подарков с нетерпением ждут своего малыша в магазине «Мир игрушки». Одни из самых низких цен в городе. Улица Горького, 89, территория ТЗБ. Телефон 261-54-10. Партнер программы – компания «Лара Клининг». Комплексные услуги по уборке помещений и прилегающих к ним территорий. Работы по очистке стеклянных поверхностей фасада на любой высоте. «Лара Клининг» – профессиональная уборка. Сегодня у меня в гостях известный человек, интересная личность. Разговор доверительный. Не получилось посмотреть, но можно прочесть. «Стархит» – журнал Андрея Малахова. Доверительные разговоры со звездами. «Стархит» – мы говорим со звездами, чтобы рассказать о людях. Благодарим за помощь в создании образа ведущей спа-салон «Сальваторе». Улица Воровского, 5. Телефон 64 16 79.